Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Алмазы Крейзи Онлайн, скорее всего. Ой, вот у него ник. На русском сервере, как всегда, у нас сегодня русский Коля, и сейчас мы заролим 53 тысячи накопленных самов на недостающих героев. Так. Поспал я немножко после этой недельки, и мы посмотрим. Вот такой вот коллекционер. Ну, честно говоря, ничего такого особенного. Попробуем затащить все так. Находится он в гильдии. Как его найти? Макс. Ратушу нашел. Он без гильдии. Вот так вот. Так, поехали, посмотрим. Ну, скорее всего, что аккаунт не донатный. Да, бездон полностью. Так, архив у нас. Я так и не сбегал. Красавчик. Поехали. Ой, да тут много надо. Бигфут. Эсса, Рея. В общем, все то герои, которые есть последние, ему нужны. Хорошо. Поехали дальше. Пау. Что у него тут есть? Версовая тыковка. Ну, в принципе, неплохо. Но без железка тоже. Афинка грубая. Ремка. Наверное, поставил по локации. В принципе, видимо, с ремкой по локации будет хорошо. Так. Герои есть. Таланты, конечно. Ну, как и любого бездона. У меня на Сардели то же самое. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали. Let's go. Чик. Купидончик. Ну, рандомчик, что с тобой? Это ужасно, ребят. После сна нельзя ролить. Никогда так не делайте. Это я не знаю. Как-то вот мне, не знаю, как вам, но мне лично не заходит. А теперь заходит. Ну чё, заходит, не заходит. Поздравляю, недостающий герой. Командора, в принципе, отличная для бездона. На атаку фортов там и прочие локации, конечно, ты ее там юзать особо не будешь. Но на битве гильдии на добивание неплохая. И на подземке, конечно же. Показываю уже на подземках, дав мне вариант. Он мне вполне неплох. Так. Ух, пошло. Ехали в рейд. А что-то в последнее время на русском сервере вообще печаль с этими коллекционерами. Все хуже и хуже дают. Но герой у него как для бездоната на его силу, я вам скажу, очень и очень даже ничего. Тыква с берсом, это уже показатель. Если у него герой держится. Так, отлично. Ну, поехали. Посмотрим. Бум. Блин, что за фигня? Ну, вот реально.
Рино, это хорошо, Рино, это хорошо. Ну давай, давай, рандомчик. Опять три слизня. Ой, все, короче, ребят. Я не буду вам тут материться, как вы любите, как вы просите, потому что все-таки уже поздно. Но, что, поздравляю, Алмаз. Ты должен теперь, ты теперь будешь должен. Ледяной Феникс, имбовый герой, думаю, рассказывать не надо уже. Много вам видосиков показал, рассказал. Что может быть лучше? Ну, только Фрейя, конечно же. Ну, поехали, попробуем еще ее словить. Да ты что? Прям как по заказу. 9-15 слизней. В принципе, довольно-таки неплохо. Так, не хватает у нас войск. Поехали. Дед Мороз сразу же. Купидончик. Афинка. О, пошла жара. Капитан Дрейк. Махатма. Ну, у него Махатма есть. Повторочка. Ну, чё? Череп. Нифига себе. Что так хочу? Блядь, чё это такое? Чё за... Разворожей? Я не знаю, блин. По-моему, это эпичненько. Сукупчик, укротик. Сукупчик. Ну, домчик, давай уже что-то. Давай уже интересное. Ведьмочка. Дракос. Ну, что могу сказать. Осталось трифида выбить. Совсем немного. Ну чё, ребят, чё вы скажете на это? Ну, как по мне, это вполне достойно. Так, Лазуля. Ну, Лазуля у него уже есть такой, блин. Лазуля. О, сарделька бедная где-то плачет. Давайте. 400. Еще раз Афинка. Отлично. Это радует. Да. Ну что могу сказать? Вполне достойно. Поехали сейчас посмотрим, что мы там вытащили. Ну, вот так вот я люблю роли. Тихо, спокойно, без напряга. Так, смотрим. Ну, Химка, думаю, это для него не проблема была. Сукуб тоже. Блин, это ж у него Махатмы не было. Это эпичный роллинг, ребят. Махатма, Асура. Я не помню, Асуру мы выбивали, нет. Ворожея не было, Ледяха. Эмодора. Это надо было. Так, давайте это открыть. Отлично. Еще получили. Еще один пакт. Я листаю, как будто я у себя в этом только раз, там и самый низ. Ну что могу сказать, ребят, два ворожея. Это уже от чего стоит только один ворожей. Ледяха. Это эпик. Командора. Махатма, две штуки. Две. Так, что там, ведьма.
Асури, кому не вытащили 4 Асура, Асура. Так. Ну, в принципе, остальных открывать, думаю, смысла нету. Вот как-то так. Еще и повторочки. Ну, блин, круто. Однозначно круто. Так, смотрим. У меня тут по талантикам. Пожи, заклинательница, командира, лазуля. Ну, давайте коробочку. Чик и бу. Да, блять. Вот так вот батька ролит, ребятушки. Ремочка, блять, с коробочки. Это вообще no comments. Жесть, поздравляю. Ну чё, ремочка. Ну, я думаю, достойный вариант вот сюда ее лепить. Но, в принципе, у него тут еще варианты есть. Можно туда и оживу поставить. Ну, не знаю, я бы, наверное, все-таки ему влепил. Я ему оставлю на смене. Пусть зайдет, это будет для него нежданчиком, порадуется. Отлично. Вот это оно. Так, ну тут карты эти смысла открывать нету. Ну, в общем, ребятушки, вот такой вот у нас был трешечок. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.